Мудрость и несгибаемость женщины воспитывает благородного
Антонина, Маша Наталья, Шмакова Юля, Полина Татьяна получают похвальные грамоты за особые успехи в изучении. Агалаков Максим. Полностью добивается всегда своего. И никогда не бросает товарища в беде, и даже ради товарища иногда получит кучу оценок. Красненько Маша, красивая, надежная, обаятельная, добрая, хорошая. Хозяюшка, добрая, ласковая, желаю тебе удачи. Вот и наступил тот день, когда вы переступили последнюю ступеньку школы и вступаете в взрослую жизнь. И мне бы единственное хотелось вам посоветовать исполнение всех ваших желаний, чтобы вы в жизни не знали преград. И самое главное, чтобы вы помнили, что в школе вас ждут. И какие победы у вас не случились, и если вы придете, вам понадобится помощь, вы у нас найдете ее. Я очень хочу, чтобы исполнились все ваши желания. Я хочу сказать огромнейшее спасибо родителям, которые помогали нам в трудную минуту. Я никогда не чувствовала чувствовала большую отдачу от родителей. И с чем бы ни обращалась, они всегда помогали. Огромнейшее вам спасибо. Не было бы вас, не было бы сегодня у нас праздника. Поздравляю и родителей, и наших всех выпускников с великим праздником вашим, трудным, но все-таки счастливым. Счастья вам в жизни и исполнения всех желаний. И мы приглашаем наших выпускников на праздничный вечер, который продлится до рассвета. И мы едем с ними встречать рассвет, первый рассвет самостоятельной вашей жизни. Приглашается 11-й А-класс. Хотите разбить? 11-й Б-класс. Пожалуйста, не находитесь.